Всем привет, дорогие друзья, с вами Полуоранж, и мы сегодня будем играть в Бэтмен Архэм, если точно правильно я произношу Архэм Ориджис, наверное, Ориджис, я не знаю, как произносится. Если я не ошибаюсь, это переводится Бэтмен Начало, нет? Нет, ладно, идем по сюжету, новая игра, конечно, новая игра. Слушаюсь нормально, да, подсказки субриты, конечно, да, подсказки, конечно, да, и начинаем игру. У меня с микрофоном неполадки. Немного. Я так думаю. Воу. Вот это мышка. Твою матрешки. Да, крутая челка. Police and emergency services are urging Gotham residents to stay off the roads and in their homes tonight in light of the severe winter storm that ravaged the island. You've been back for almost two years now. You can't expect me to believe that Gotham's most eligible bachelor is spending another Christmas alone. You just ran out of time. Knowing that tonight we put to rest one of Gotham's most heinous and relentless killers, Julian Gregory Day. Commissioner Loeb, any comment on the rumor that it wasn't actually the cops who captured Mr. Day? There is no such thing as a Batman. Captain Gordon! Ох, хватит врать! Вы портите детям психику, вы чё? О, любимый наш чудик, в общем, конечно. Черная маска. О, наш Бэтмен возвращается, да? Да, дорогие друзья, Origins, вот, поэтому, думаю, игра очень будет веселой, и я пройду ее с вами, потому что все игры я проходил не с вами, точнее, я одну серию, там, две серии. Пройду с вами, дорогие друзья, ха, да-да-да-да-да. Да. Не позавидуешь такому самолетику. Ну и Бэтмен такой уж крутой. Ладно, пропустим, мили. А. Наконец-то. Ну, мы же знаем, как идти, блин. Не тупой. Пить даже. Что ж, я играю на ПК, не на Xbox. Короче, что я говорю? Так, пробел, бежать. Да? Ой, да тут оружие. Бежи. Да хочу я кулак. Ух ты ж, ёлки! Понял ты. Чё на меня, урод? Одним ударом Бэтмен, да ты крут. Пошел ты, негр. У меня больше, чем у тебя. Конечно. Maybe one of his men knows where he's headed. Окей, куда мне? Найти Камзола.
Смотри мне, урод. Все, побежал. Так. Да, посмотрите. Посмотрите, что... Ага, это информация. Ёлки. These are Black Mask's men. I'll make them tell me where I can find Black Mask. Да, заставим. Чё? А, открыли. Смотри, урода. Чё, урод? Да подошёл. Не, ну Бэтмен мощный. Ты что-то потерял? Ух ты ж! Если честно, как ударом, то есть бои тут, драки, как в Assassin's Creed. Скоро выйдет Assassin's Creed Black Flag. Здесь не дождусь. Ох ты ж, живучий карты. О! Where's Black Mask? How the hell should I know? I'm going to make you talk. How much pain you endure before that is in your hands. О, это зря. Спать или навсегда спать? Можем вопросик. Бэтмен! Бэтмен! Бэтмен, дай автограф! Бэтмен! Так, куда нам-то идти-то? А. Какое здание я не видел. Что за? Твою матрешки. Ох, ты ж урод. Пошел ты. Бангам. Все. Да вы не знаете, кто я? Так, F нужно закрыть с крюком. Да ты модный. Архам Сити был намного. Намного не стильнее, не моднее. Иди сюда! Ух ты кто, черная маска, что ли? Да не. Поиграем? Смотрите, он еще... Тварь. Что, что надо менять? Что за фиг? Урод. Ёлки, кидай гранату тогда. А, у меня там гранаты нет. Стой, как нет? Ладно, нет. Блин, что я делал? Убил? Нет? Колени! Бэтмена надо уважать! Бэтмена надо уважать! Ух ты ж. Смотрите, он еще... Блин, я не понимаю. Ну я понял. Подожди, понял, наверное. Нет, не понял. Ага.
понял. Это урод. Когда ты уже умрешь, а? Я как бы тут снимаю, если что. Ну и хер с тобой. Ладно, фиг с тобой. Ну, блин. Я не понимаю, как убить, я сейчас... Ай, мы продолжаем, и я поняла, как же надо обращаться с этой штукой. В общем, я... очень низкий. В общем, я 10 минут, да, как остановил, я врубился, как сделал... Как, в общем, убить. Я уж думал, зачем вот это... Ну, колесико для мышек. Для чего. И врубился. Ну, ничего. Так. Чё? Чё? Понятно. Так, подожди. Так, тут и... Вот тут. Сейчас мы будем взрывать. Та-дам. Что? Не врубился? Блин, а я на... Бэтмен так четко сделал. Так, я понял. Вы издеваетесь надо мной. А, блин. Точно. Вот я тупенький, все-таки не думаю. Так, вот. Да не туда ты, дебил. Бэтмен. Что ты творишь, Бэтмен? Так. Что ж такое? Не пойму. Все, Бэтмен. Ты крут, но я понял. Все, врубился. А, да? Левый контрол. Понятно. Понятно, все. Я не туплю. Всем капец. Пошел. Ну, давай. Посмотрим, кто крутой.
Ой-ой-ой. Мафиозники. Ух ты, сволочь. Пошел. Вот так надо. Так, здравствуй, охранник. Наркоман. Ладно. Не буду тебя бить. Так. Ой. А открыть можно? Нет? Ой. Я рыгнул, простите. Так. Что, куда дальше? Вот. Три взрывочные геля. Куда, сюда, что ли? Я же умру. Уверен? Ну, понятно. Понятно. Че ты за зверь, мутант? Закрой рот, черная масочка. Так. Оу, нагнуться. Ой, да тут прям как в Outlast, знаете. Что, прыгать? Да не меняй. О! Это ж кто такой умный-то, а? Блин, где ничего не вижу. Так, так. Ты дубинку свою поставь-то, а? Ты пошел к черту. А ты типа крутой? Смотри, еще дубинку взял. Тебе непонятно было? Еще один придурок. Подошел сюда и ти. Все, вырубился. Слышь ты, дебил, открой. У тебя капец. Все. Я тебя найду. Не откроешь. Смотрите, какой Бэтмен. Так, стащить вниз. Довольно умненькая игра. Куда? Сюда? Отлично, похоже, я ус. Ой, опять с гелишной. А, не-не, стой, куда это я? Ну, можно, конечно, и тут. Взрывайся. Ой, как красиво, еще убило этого. Так, идем, идем, идем. К месту казни. Так, и это. Что ты мне тут? Ну и пошел ты. Слышишь? Один, да вот.
Так. Куда целиться-то? Сюда? Я целюсь, приду. А, понятно, понятно, понятно. Так, бросить несколько ВВ друг за другом с помощью быстрого броска. А быстрый бросок. Я-то не понял-то, а? Ну давай быстро идем. Да что? Два бы один за другим. А тогда что? Типа, сейчас подумаем. Ага, вот. Понял. Смотрите, ну, не, что же, только что получалось же, а? О, да, получилось, да, круто! Наконец-то, а то 2 часа уже делаем эту фигню. Так. Что, венерология, что ли? Ой, ты куда мыться? Блин, подожди, Бэтмен. Бэтмен, ты куда? На Команштале. Что? В пробел нажать 2 раза, прыгнуть в окно. I'm too late. Commissioner Loeb is dead. Black Mask has a lot to answer for. О, придурок! Так, разберемся с двумя, а потом с одним. Так, у меня насморк. Так, с тобой разбираться, да? Так, я не забыл, как с тобой разбираться. Я знаю, как с тобой разбираться. Пошел ты. Вот так. Так, простите, что насморк. Ничего. Ну, я буду. Так, куда же идти? Куда идти? Воу-воу-воу. Крокубиц. Блин.
card is damaged. I should be able to recover most of the data back at the Batcave. Так, насморк это меня бесит. Наркоман, что ли? Чувак, ты не поместишься. Да, печалька. Думаю, драка будет тяжелой. С этим ослом. Твою же матрешкин! Да пошел ты! Стой, что делать-то? Ага. Вот тебе, урод. Чертас! Твою матрешкин, еще эти пацаны. Елки. Чёрт. Твою же матку. Продолжай, мне позвонили. Блин, он такой большой. Он такой... Твою мать. Ух ты ж. Бэтмен, да ты красава. Ой, йоу. Мать твою, ты успокоишься? Твою мать! Воу! Иди почисть зубы, урод. Твою мать. Я сейчас умру 100%. Ты задолбал уже, а? Смотри, какой он. Дебил. Психопат. Лох. Ой, ты как... Точно? Assassins get through with you. What assassin? Whoever wins is gonna be famous and rich. At least we know he won't be ugly. Freeze! Hold it right there! We're taking you in. Not tonight. Thank you.
офигели. Офигели. No such thing as a Batman, huh? Are you back for the night, huh? Ну, так, выходим. Ну, на этом все, дорогие друзья. С вами был Бэтмен и Олег. То есть, Apple Orange, да, Олег, можно так говорить. Не забывайте подписаться на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И, конечно же, вам удачи. Всем пока.